Navajaladhara Varnam Champakodhvasikarnam Vikasita Nalinasyam Vispurat Mandahasyam Kanakaru Chiradukulam Charu Varhavachulam Kamapi Nikhilasaram Naumigapi Kumaram Navo Jaladhara Varnam Champakodhvasikarnam Vikasito Nalinasyam Vispurat Mandahasyam Kanakaru Chiradukulam Charu Varhavachulam Kamapi Nikhilasaram Naumigapi Kumaram Naumigapi Kumaram Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru сказал: в настоящее время, кажется для нас чем-то запутанным, чем-то непростым. Шрила Прабхупад сказал, в настоящий момент темы, связанные с Кришной, кажутся для нас сложными. Никто не хочет поверить, что такое бывает. Разве бывает такая выдающаяся личность, Верховный Господь, кто может любить целый мир? Мы не можем поверить в существование такой личности. Даршан наш очень узок, наше видение очень узко и оскверненное. Мы день и ночь сокрушаемся о наших потерях и желаем приобретений. Мы заняты полностью, погружены в материю. Кришна-бхаджан возможен лишь на абсолютной платформе, когда мы достигнем абсолютной платформы. В Чайтанья-чаритамрите сказано, на бенгали, в Чайтанья-чаритамрите говорится, единственное, что нам нужно для Кришна-бхаджана, нам не нужны никакие мантры и ничего, кроме одного. Что же это? Это колоссальная любовь к Кришне. Не так, что «О, Кришна, Верховный Господь, и мы обязаны любить Его». Нет. Много раз я уже сказал, что если присутствует Айшвария Бхава, настроение почтения, мы не можем любить его по-настоящему. Прежде всего, нам необходимо подготовиться. Мы обсуждаем с разных точек зрения, с разных углов, что есть раса-лила. Для того, чтобы подготовиться к входу в эту совершенную лилу, для того, чтобы служить Кришне. И служить Кришне не так-то просто. Это серьезная вещь. С этим пониманием, что Кришна — Верховный Господь, что Он всеведущий, вездесущ. Не по этой причине мы любим Господа. Мы должны любить Господа. Мы вынуждены, обязаны любить Кришну. Если вы увидите Кришну с помощью гуру и вайшнавов, вы не сможете размышлять таким образом. Если вы знаете Кришну, если вы знаете и понимаете Его всем сердцем, если вы осознаете Его положение, вы полюбите Его. Поэтому необходимо получить все это знание. Вы не сможете не любить Его. Как я уже сказал, когда Пракрита Камадева пытался победить Апракрита Камадева, Шри Кришна, он был готов запустить свои стрелы, но лишь взглянув на Мадан Махана, он подумал, «Боже мой!» и упал в обморок, сокрушаясь.
О, я глупец. Если бы у меня было тело гопи, я смог бы также играть с Кришной. На самом деле, это невозможно. Никакой философии недостаточно, чтобы заставить вас понять. Единственная ваша обязанность, что вы должны со своей точки, со своей стороны делать усилия, двигаться к тому, чтобы понять Шрилу Бхактивинода Тхакура, Шрилу Прабхупада. Это наша обязанность. И все остальное зависит от Гуру Варги. Все остальное даст мне Гуру Варга. Я точно знаю это. Мой Гуру Махарадж сказал мне об этом. Если вы пытаетесь подсчитать свои качества, если я подсчитаю свои качества, какими я обладаю, ты определенно должен отвергнуть меня. То есть я не квалифицирован, чтобы обрести тебя, поет Шрила Бхактивинода Тхакура в своем баджане. Я завишу лишь от твоей беспричинной милости. Если Гурудев посмотрит на мои качества, я просто не квалифицирован. Он отбросит меня. Если же я докажу Гуру Махараджу, что сердце мое плачет, что я люблю Гурудева и Прабхупада, что я готов для Прабхупады и ради Бхактивинода Тхакура оставить свою жизнь, если я пообещаю это, скажу от всего сердца, тогда они пошлют мне милость, пошлют мне силу. Все наши Гуру Варга, личные спутники Шримати Радхарани, как мы можем сказать, что они не могут помочь, что с помощью их милости я не достигну совершенства? Единственное, что необходимо доказать, что мне действительно это нужно, что я готов отдать все, деньги, положение, даже свое тело я готов пожертвовать. Прабхупад говорит, для того, чтобы служить Садгуру, я готов отправиться в ад. У меня так много эго. То есть речь идет не о ложном эго. У меня настолько большое эго, что я могу победить демонов, чтобы изменить, то есть имеется в виду, я могу наказать демонов, чтобы их концепция жизненная изменилась. То есть это истинная гордость, имеется в виду, не ложная, не основанная на ложном эго, это позитивное эго. То есть существует негативное и позитивное эго. Негативное забросит вас в океан страданий, в ад. Но позитивное эго — это хорошо. Это благоприятно. Мы должны развивать его. Я слуга Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Я слуга Прабхупады. Нам необходимо это осознание. Если такого понимания нет в нашем сердце, как мы можем ожидать, что мы будем совершать баджан? Повторять какое-то определенное количество святого имени, поклоняться. Это еще не есть баджан. Баджан означает, когда мы отдаем полностью свою душу. Кришна совершенен. В бесконечных мирах нет никого подобного ему. Даже Раван был обескуражен. Глядя на красоту Рамачандры. Раван хотел привлечь Ситу Деви. Хотел похитить Ситу Деви, простите. И он сделал это. Тогда свершилась битва. Демон Маричи создал золотого
то есть превратился в золотого оленя. То есть много проблем было устроено Раваной. Но когда Равана пришел, он захотел... То есть он притворился тем, кто собирает бикшу. Сита Деви, он подумал, что... Когда Сита выйдет за территорию безопасности, я смогу похитить ее. То есть он превратился в брамана. И Сита по своей доброте хотела дать бикшу этому браману. Как только она это произошло, она ее схватили за руку, и она была похищена. Все это мы знаем, но что я хочу прояснить в этой истории, что отец Кумбхакарна говорит, зачем... Ракшасы обладают определенной силой. Они могут принять форму того, кого захотят. К примеру, Путана Деви. В действительности она настоящая Деви, потому что она получила милость, поэтому я называю ее Деви. Путана Деви. Новое словосочетание. Определение. Путана хотела получить... То есть она получила милость, положение кормилицы, датри. И Путана пришла. В форме прекрасной девушки, как Лакшми с Вайкунтхи. Это была магия Майи в соответствии с желанием Кришны. Поэтому никто не смог понять, если бы они распознали Путану, не свершилась бы эта прекрасная лила, сладостная лила. То есть йога майя в соответствии с местными обстоятельствами образует такую ситуацию, что лила совершается. В действительности никакая майя не может устоять перед Кришной, свершиться, влиять на Кришну. Как уже сказано, что она далеко-далеко от, позади Кришны. Махамая стесняется предстать перед Кришной. Она всегда позади его, на большом расстоянии от него. Итак, по магии Махамаи целый мир обезумел. Не по влиянию Махамайи, но йога Майи. Простите, не под влиянием йога Майи, но Махамайи. Почему люди не могут видеть все так, как оно есть? Потому что они не преданы лотосным стопам гуру и вайшнавов. Если мы полностью предадимся с настроением, в настроении служения, тогда очень легко, как я уже сказал, Гуру Пад, Падма, Гуру и Вайшнавы, они прозрачные посредники, с помощью которых, через которых мы можем видеть, что есть что. Но сейчас, в настоящем состоянии, наше видение осквернено, из-за этого мы не можем видеть все так, как оно есть. И что важно, то, что важно, что мы не заинтересованы в служении Шри Кришне. То есть мы слушаем Харикатху,
так или иначе, но кто-то пытается избежать харикатхи. То есть это выбор каждого, но суть в том, что я под контролем, должен быть под контролем Шри Гуру и вайшнавов. Все, что я делаю, под их контролем. Как, что я сплю, ем и так далее. Я не должен действовать в соответствии со своими желаниями произвольно. Итак, Путана приняла форму прекрасной девушки. Для нее это возможно. Так же, как в этом материальном мире есть хамелеоны. Их тела меняются. Если он хочет запрыгнуть куда-то в кусты, они совершают определенную медитацию. Когда они хотят запрыгнуть в зеленый куст, сначала они меняют цвет, а потом прыгают. То есть, несмотря на зеленый цвет, они способны поменять свой цвет. Итак, у Равана спросили, зачем ты превратился в брахмана? Ты же мог превратиться в раму. Зачем тебе надо было принимать облик брахмана? И он отвечает, ты что, брат, думаешь, я глупец? Я тоже об этом думал. Я даже начал свое превращение. Но когда я начал медитировать, концентрировать свой ум на лотосных стопах Рамы, ум мой стал плавиться. То есть это невозможно медитировать, для меня медитировать на его стопы. Когда я медитировал на лотосные стопы Рамы, все мои происки, вся моя черная магия, она исчезала. Я, все, что оставалось в моем уме, это лишь сладостный облик Рамы. Настолько он прекрасен. И я был обеспокоен этим. Для меня невозможно было привлечь Ситу в таком случае. То есть я не смог превратиться в Рамачандру. То есть, если бы даже я превратился в него, я бы не смог похитить Ситу. Как бы это было возможно для меня совершить такой низкий поступок? Я не могу предстать перед Рамачандрой со своими лицемерными желаниями. Невозможно такое сочетание Рамачандра и кама, материальная кама. Это несопоставимые вещи. Таким образом, все мы понимаем, что невозможно, слушая описание Кришны, если вы слушаете из правильного источника, если вы узнаете о славе Кришны, о его прекрасных чертах, о его качествах. Как вы сможете устоять перед ним? Вы с ума сойдете. Пракрита Камадев, материальный Купидон, теряет сознание, приведя его. Как же мы можем устоять? Даже могущественный Сарвабхаума Бхаттачарья не смог противостоять, когда Бхагаван показал ему свою форму. «Посмотри, кто я». Он также упал в обморок. Все его тело сотрясалось. Он упал в обморок, потерял сознание. Махапрабху говорит, «Посмотри, я Рамачандра, я Кришна». И я Гоур. Взгляни на меня. И Сарвабхаума Бхаттачарья не мог устоять перед таким видением. Сарвабхаума Бхаттачарья
был очень могущественным, но люди не могут устоять перед обликом Господа. Вы сейчас не можете коснуться 20-вольтного тока. То есть для этого Рай Рамананда был очень могущественным. Радхарани Ган, то есть он спутник Радхарани. Вишакха Сакхи. Поэтому Рай Рамананда смог контактировать с Кришной, с Гаурангой. Он говорит, кто ты? Ты совершаешь... То есть он говорит ему, ты же сам повелитель всех рас. Нет, ты просто поклоняешься Кришне, и ты сейчас повсюду видишь своего Господа. Нет, говори мне, кто ты. Я уже видел, что тело твое такого же цвета, как тело Шримати Радхарани. По милости, то есть имеется в виду по... Говори, кто ты такой. Отвечай. И Махапрабху ответил, прости, но я на самом деле сумасшедший, и ты тоже сумасшедший. Обычные люди не смогут нас понять. Мы просто два безумца. Поэтому не будем об этом. Если у вас есть возможность слушать о Верховном Господе из правильного источника, слышать о Его славе, я могу бросить... То есть я могу вам точно сказать, что невозможно будет устоять перед Кришной. Вы полюбите Кришну, но при условии, что вы слушаете из должного источника, и что прежде вы не совершали апарадхи. Если какие-то апарадхи были совершены, вайшнава апарадхи, нама апарадхи, это препятствие, и я не могу гарантировать в таком случае ничего. В таком случае Прабхупад говорит, в настоящее время темы о Кришне кажутся для нас чем-то, во что очень сложно поверить. Как это возможно? Верховный Господь, обладатель всех брахман, приходит в этот мир и вкушает так же, как мы, вкушает остатки пищи своих преданных. Это непостижимо. Мы не можем представить себе этого. Но единственное, что я хочу сказать вам, вы никогда не сможете совершать Кришна Баджан, пока наши материальные идеи преобладают в нашем уме. И пока Айшвария Бхава присутствует в нашем настроении, мы не можем совершать Кришна Баджан с таким настроением. Как я уже сказал в читании Чаритамрити, не нужно никаких мантр. Какую мантру знал Саубари? Какую Прохлад Махарадж мантру повторял? Никаких. Гопи, какую мантру повторяют? Какие мантры они произносят? Ничего. В читании Чаритамрити, будьте внимательны, сказано, что Кришна Баджан возможен только лишь при условии того, что в вашем сердце есть любовь к Шри Кришне. Когда вы почувствуете, что сердце ваше, что Кришна ваше сердце и душа, как говорит Санатан Гасай, когда он отправился в Матхуру, совершать пожертвования. Ата, то есть это мука, низкосортная. Когда
Он пришел в дом одного замечательного преданного, кажется, его звали Чоби. И у него была жена, и она очень любила Кришну. У нее было очень много бхакти. Она уникальным образом, ее любовь была уникальна. Мадан Мохан играл с сыном жены этого человека. Все знали об этом в Матхуре, все жители. Санатан Госвами отправился туда и увидел, боже мой, Мадан играет с ребенком. Парампара Акилешвар, Парабрама Джаганат. Столько титулов у Верховного Господа. И что с того? Он играет с малышом, с ребенком. Иногда дерется, иногда... И смотрит на Санатану, улыбаясь, смеясь. Иногда... И тогда он сказал мужу, то есть этому Чобби, вот этому человеку, я хочу пойти с этим саду. Зачем? Ну, я хочу жить с этим садом. И тогда Санатан взял Мадан Мохана к себе. Это непостижимо, нам сложно в это поверить. Я знаю, что это невозможно для вас поверить в это. Тетя с стороны отца, Пишима, как мы называем, она очень любила Горнитая. Она совершала уединенный баджан, и когда был сильный дождь, Горнитая выбежали, спросили ей, куда вы? Она спросила, куда вы? А мы сейчас пойдем бегать под дождем. Нет, нет, вы можете заболеть. И все равно они убежали. Затем вернулись, заболели. И вода из носа. В смысле, насморк у них начался. Что ж вы меня не слушаетесь? Я же сказала вам, никуда не ходите. Идите сюда. И она вытирала им носы платками носовыми. А со своей собственной одеждой, простите. Однажды Пишима заболела. Она не знала, как предлагать в таком больном состоянии. Но они, наверное, так уже сказали, без проблем ты можешь предлагать. То есть это уникальный, исключительный случай. И что, разве это все было основано на этой мантре? Нет. Не нужна никакая мантра, нужна лишь любовь, чтобы развивать такое настроение. В таком случае вы сможете понять истинное настроение Расалилы, и не прежде, чем возникнет эта любовь. Потому что иначе у вас будет много недопониманий, потому что вы обладаете материальным опытом, основываясь на своей жизни. Как же вы сможете понять трансцендентные вещи? Одну вещь вы забыли, что мы только лишь чидатма существует по-настоящему, наверное, она внутри нас. Чидатма внутри нас. Вся эта жизнь имеет какое-то значение только потому, что в нас присутствует атма. Мы наслаждаемся нашей жизнью. Но почему эти наслаждения возможны? Если бы не было атмы внутри нашего тела, мы бы не смогли наслаждаться. Потому что атма присутствует в нас, целый мир боится. Имеется в виду, как этот мир обладает ценностью только потому, что атма в наших телах. Итак, мы любим друг друга, потому что в наших телах есть атма.
Поэтому вы любите меня, я люблю вас, только потому что у нас есть атма. Сколько же силы, сколько энергии в этой атме, мы не можем себе представить это. Энергия бхакти. Энергию бхакти мы можем развить очень быстро, потому что она уже заложена в нас. Нам необходима лишь милость гуру и вайшнавов, независимо от цвета нашей кожи, от страны, зависит лишь от саду-санги, которую вы совершили в своей жизни. Это единственный фактор. В соответствии с этим вы можете развить свое сознание. Единственное, что должно, одно условие необходимо — избавиться от лицемерия. Не должно быть никакого лицемерия. Гуру Падма очень часто повторял этот стих, говорил мне и смеялся. Кришна Бхаджане нет вопросов. То есть это совершенно не имеет никакого значения. То, откуда вы приехали, где вы родились, в какой касте и так далее. Тот, кто любит Кришну и совершает бхаджан. То есть ценность имеет лишь любовь к Кришне и то, какой бхаджан мы совершаем к Кришне. А тот, кто не предан, нет никакой значимости в нем. Кришне нет никакого дела до того, сколько у вас есть богатств, что вы предлагаете Кришне, насколько вкусную пищу, какие цветы, насколько вы красивы, привлекательны. Все это совершенно не важно. Одно лишь важно — любовь к Кришне. Необходимо обрести общение с таким саду, слова которого, каждое слово которого подобно огню, которое будет топить ваше сердце, имеется в виду, плавить ваше сердце. Как я и вы, одно у вас в голове останется, что как я могу достигнуть Кришну? Не нужно ждать следующей жизни. Мы должны достигнуть этого в этой жизни. В этой жизни мы должны отправиться к достигнущей Кришну. Все зависит только лишь от нашего настроения. Чайтанья Чаритамрита никогда не говорит ложь. Саду никогда не говорит ложь. Как непреданный может достигнуть Кришна? Никак. Как лицемер? Никак. В Чайтанья Чаритамрите подтверждается, что вам необходимо лишь снеха-сева. Что такое снеха, я уже объяснял во время нашего чтения Рай Раманада Самбады. Я объяснял, что такое ман, праная. Если вы любите Кришну, вы будете оказывать ему служение полной любви, нематериальное служение. В Бхагавад-гите также сказано, когда я писал о сладости Гиты Мадхурия, я покажу вам, время от времени я буду открывать вам, в чем сладость Гиты. Когда Кришна говорит Арджуне, ты должен сказать, провозгласить, что преданный мой никогда не умрет. Но я не могу, ты можешь только это сделать. Когда Кришна говорит это, разве это не сладость? Разве это горечь?
Jume bhakta prajacchati tadaham asmami prajatatmanah. I am going to eat up. Are you eat up? You can eat for flower also, leaf also. Ты что, будешь есть цветы? То есть говорится, я съедаю все. Кришна говорит, я съедаю все, что подносит, наверное, мои преданные. И задается вопрос, что же ты будешь цветы есть и листья? А Кришна говорит, я не могу стоять перед тем, что подносят мне мои преданные с настоящей любовью. Даже если они дадут мне кожуру бананов, я все это съем, цветы, бананы, все что угодно. Не сладость ли это? Что это? Горечь или сладость? Верховный Господь постоянно сладостен. Но, возможно, мы не можем почувствовать этого из-за нашей неудачи. Итак, для Кришна Баджана необходим лишь... Кришна ожидает лишь служение полной любви. Богаты вы или бедны, если у вас красивые или уродливые. Сколько денег вы готовы потратить на поклонение, чтобы показать людям, что вы великий преданный, приглашаете тысячи преданных. Гуру Махарадж говорил, тысячи вайшнавов, сотни вайшнавов, где вы найдете? Если вы во всей вселенной одного чистого вайшнава попытаетесь найти, никто не знает, увенчается это успехом или нет. Где-то же вы тысячи вайшнавов найдете, чтобы... Это, простите, ты говорил, что Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж. То есть из этого следует, что необходимо стать истинным саду, чтобы то есть отдать Кришне жизнь и душу, чтобы не осталось ничего, что есть мое. Я и мое должно быть стерто. Стерто из памяти. Полностью стерто из нашей жизни. Можете вы это сделать или нет? Вы должны полностью стереть это из сердца. Я и мое. Если я встречу чистого саду, если я буду слушать от него совершенную харикатху, в таком случае, несомненно, что вы обретете что-то. Мы постоянно хотим оглядываться назад на свои приобретения материального характера, наверное. В таком случае, как вы поймете Раса-лилу? В материальном положении мы не можем осуществлять взаимообмен с Кришной. Сейчас невозможно для меня совершать... То есть, стоя на материальной платформе, невозможно понять настроение Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Понимаете? Если у вас есть материальное вдохновение, но не духовные. То есть, получается, что вы не вдохновлены Рупой Госвами Падом. Поэтому вы не можете прогрессировать. Это большая проблема. Когда вы совершаете киртан, повторяете шлоки, что вы подразумеваете под Сачитанандой? Понимаете ли вы значение этих слов, или только говорите? Без осознания запрещено говорить что бы то ни было. Ни слова, ни предложение нельзя произносить без осознания. Мы не имеем права говорить то, что вне моего понимания, вне моего адхикара, вне моих осознаний.
Поэтому Прабхупад очень часто говорил, но никто не обращает внимания на эти слова. В то время как Прабхупад вновь и вновь говорил это. В соответствии со своей ништхой, то есть имеется в виду, что мы должны жить в соответствии с нашим адхикаром, с нашими способностями. Если мы не понимаем, что такое раса, как мы можем понять раса лилу, когда у нас есть лишь материальный опыт? Апракрита Васту, Балдауджа Махарадж, все спутники Господа, все они Апракрита Васту, трансцендентные. Как же мы можем их понять? Если мы будем пытаться, это не увенчается успехом. Для того, чтобы осуществлять взаимообмен с Гирирадж Гавардханом, Радха Кунда Шьяма Кундой, Сурья Нараян Бхагаваном на Сурья Кунде, где я прежде совершал баджан. Как это возможно? Рагхунат Дас Госвами мог говорить с Радха Кундой. Рагхунат Дас Госвами мог разговаривать с Радхарани. Для него это возможно. Для того, чтобы осуществлять взаимообмен с трансцендентными, с трансцендентным. Нужно лишь возвыситься до этого уровня. То есть это возможно лишь когда вы достигнете этого уровня. Гауранга. То есть преимущество жизни в Дхаме со смирением. Вы можете обрести пыль с лотосных стоп спутников Гауранги Махапрабху, но ни в коем случае не как бизнесмены, стараясь извлечь какую-то выгоду для себя. Я пытаюсь изо всех сил удовлетворить Прабху, удовлетворить Господа, но качества мои очень низки, поэтому если ты прольешь на меня милость, невозможное станет возможным. То есть повсюду тут пыль святой Дхамы, и, возможно, я получу пыль со стопа Адвайты Гасая или других спутников Махапрабху. Городам и Браджатам единым. Необходимо помнить об этом. Попытайтесь понять Чинмая Васту и то, что я сейчас материален. Если я буду совершать харинам прекрасным образом, если вы возвысите себя до трансцендентного уровня, тогда очень легко будет вступить в настоящий контакт с Дхамой, Виграхой. В противном случае это невозможно. Simply because the Chinmaya
Сейчас мы можем совершать свою деятельность только потому, что чинмая внутри нас. Попытайтесь осознать это. Если бы не было атмы внутри меня, если бы она полностью отсутствовала, как бы мы смогли наслаждаться? Только лишь потому, что атма присутствует в нас, у нас есть эта возможность. Нет атмы, нет наслаждений. Поэтому в Упанишадах сказано, только потому, что атма в нас, мы хотим. То есть, поэтому мы... слушаем, что Гуру Дев хочет сказать нам, что... То есть мы... имеется в виду, наверное, что мы можем осуществлять всю нашу деятельность только потому, что она присутствует в нас. Частица чит в нас. Только по этой причине наша жизнь наполнена смыслом. Вы не можете увидеть атму. Что я хочу сказать этим? Я подвожу вас к этому. Вы не можете видеть атму. В Гите и Упанишадах это также говорится. Кончики волос. Если вы поделите на сотню частей кончик вашего волоса, настолько мелко это, то есть невозможно разглядеть. Это пример, чтобы вы поняли. Настолько тонко, настолько мало, крошечно. Крошечно. То есть это невозможно разглядеть, но концепцию вы понимаете, концепцию этого вы понимаете, какое-то представление это дает, что... То есть частицу волоса разделяют на 100 частей, и вот частицу, полученную от этого, делят еще на 100 частей. То есть это возможно увидеть только на духовной платформе. Когда я нахожусь в темноте, и свет появляется в моей комнате, я... То есть, когда лучи света пробиваются в темную комнату, я вижу, что там полно мельчайших крупиц, мельчайших пылинок. И глядя на них, можно представить себе размер в бесконечных брахмандах вращаются эти чит, частицы чит. Итак, я могу любить, я могу плакать, смеяться только потому, что в моем сердце пребывает чит, частица чит, чидатма. Но ее невозможно увидеть в нашем нынешнем состоянии. С помощью лекций, сколько бы много лекций вы не слушали, невозможно осознать ее. Об атме, о совершенстве атмы. Не сможете вы почерпнуть из них прямых осознаний. Попытайтесь понять. Вы можете слушать об этом очень много и сами давать лекции на эти темы, тем не менее вы не сможете обрести осознание с помощью этого. Когда Атма Васту примет вас,
вы сможете осознать атму. Когда атма-васту готова принять атму, я смогу осознать. Если Бхактивинода Тхакур, Прабхупад, вся наша Гуруварга не готова принять меня, в таком случае я не могу говорить харикатху. Даже мои предки не могут рассказывать харикатху. Какой-то глупый Махарадж сказал нечто неправильное. Если что назвал последователь, наверное, Шьям Бабы фанатами. Что вы подразумеваете под этими словами? Я же ну, то есть не какая-то публичная личность, у которой должны быть фанаты. То есть это слово «фанат» — это абсолютно материальное понятие. Никогда в своей жизни я не приглашал никого. Преданные, которые служат мне, ни одного я не приглашал. Они автоматически приходят ко мне. Можете спросить их. Это просто организация, это то, что устраивает Господь. Что ж вы зависть свою выражаете? Все они приходят автоматически. Я же не танцую и не пою, чтобы у меня были фанаты. Прежде чем сказать что-то, нужно внимательно обдумать это, чтобы не было никаких аппаратов, потому что аппаратхи сбросят нас вниз. Что и как мы можем, какие слова мы можем использовать? Необходимо научиться этикету от гуру и вайшнавов. Я не думаю о себе как о великом вайшнаве, который может спасти всех. То есть я никуда не хожу. Если атма-васту примет меня, я смогу обрести могущество реализации. Если Гуру-варга примет меня, для меня станет возможным обрести реализации. И верьте мне или нет, это зависит от вас. Я открываю вам свои чувства. Я ничего не ожидаю от вас. То есть те чувства, которые я обрел, имеется в виду те реализации, я хочу разделить с вами. Я ничего от вас не ожидаю, вы можете принять их или нет, но единственное, что от вас необходимо, это стараться совершать хари-бхаджан. Возможно, вы видите, что кого-то я игнорирую. Это естественно, это в соответствии с шастрами, но нет такой причины, что я кого-то ненавижу. Я игнорирую кого-то только потому, что таковы наставления Прабхупады, шастр. Но как я могу кого-то ненавидеть, когда я вижу, если я вижу весь мир в связи с Кришной? Только лишь по указаниям шастр я избегаю некоторых личностей для того, чтобы защитить свой баджан. У меня нет времени растрачивать свое время на неискренних преданных. Только те, кто искренне, кто по-настоящему хотят обрести это, я готов помочь, имеется в виду, открывать.
попытайтесь, вы можете меня проверить, что у меня нет никакого интереса к выгодам, к приобретениям и потерям. Итак, мельчайшие, крошечные частицы чидатмы, о которых сказано в шастрах, качественно они едины с Господом. Но тело Кришны, Дхама Кришны, создано из чидвасту. Попытайтесь понять это. Вы не можете осознать свое собственное существование. Как вы можете... показывать свое ложное эго? То есть вы не можете сами понять, осознать, кто вы есть на самом деле. Этот мир относителен. И нужно тут обдумать все таким образом, что... То есть жить таким образом, чтобы этот мир не принес вам проблемы, не создавал вам проблемы. Все мои деньги, положение, родственники — это все относительно. Сегодня это существует, завтра этого может не быть. Все, что я вижу, нужно понять это, осознать. Все, что я вижу здесь, все это относительно. Когда мир был только создан из... То есть у меня есть... не было тогда разделений на Земле. Затем по географическим причинам земли были разделены на материки. Поэтому сейчас мы видим, что существуют разные континенты. Но прежде это был один материк. Постепенно они разделились. Поэтому сейчас мы видим, что существует Америка, Италия, Франция. Но прежде было не так. Одна земля, то есть Гималаи были образованы в результате столкновения двух литосфер, континентальных литосфер. Все парикары, дама, все, что находится во Вриндаване, деревья, растения. Думаете, что вы думаете, это материально? Абсолютно нематериально. Все это апракрита, трансцендентно. Нитянанда. Вечно пребывает в Святой Дхаме. Нитянанда и Баларам вечно пребывают там. Вся Чинмой Дам трансцендентна. Но вы не можете. Вы
То есть в Святой Дхамме все трансцендентное, все чинмое. Кришна — источник этого. И также ваша сверхдуша также относится к этой категории, она трансцендентна. Кришна — это Адипуруш, источник всего чинмоя васту, сачитанандамой. А мое положение, то есть нужно обдумать, пытаться понять мое состояние, как же в таком положении я могу пытаться понять Расалилу. Если я могу развить любовные взаимоотношения с Кришной, для меня, возможно, это станет доступным. Потому что если Кришна захочет, чтобы я понял, только в таком случае я смогу понять, как в случае с Брамой. Кришна очень ясно сказал, что своими собственными усилиями ты не сможешь меня познать. Я расскажу тебе, кто ты есть. Ты должен принять это знание. Я дам тебе абсолютно секретное знание. Сокровеннейшее знание. Я дарую тебе эту милость. Расскажу тебе, ты должен принять. Брама никогда бы ничего не узнал без милости Кришны. Я расскажу тебе, ты должен принять это. Что написано дальше? Кто я такой? Какова моя дхамма, мои черты, качества? Каковы мои чувства, бхавы? Каковы мои качества? Все мои секреты ты можешь познать. Можешь узнать это таким, как оно есть. Если ты разовьешь такое. Даже Брахма, Шанкар не могут понять. Кто я такой? Все это истинная мистерия. Это не так, что я могу отправиться на рынок и купить книгу о Расалиле и стать гопи. Почему, говоря об этом, мы обсуждаем негативные моменты? Возможно, 20 лет назад во Вриндаване, сейчас я точно не помню, на Радакунде, я рассказывал Харикатху, позже Бихари Матхи. В то время там было старое здание, нового еще не было. Тогда, в то время, присутствовал там один опасный саньяси. Внешне он выражал почтение мне, но внутри завидовал. Если бы Кеша Госвами Махарадж присутствовал там, он бы... То есть тот сделал что-то не так,
Если бы Кеша Госвами Махарадж был там, он бы побил его тапком. Когда я перестал рассказывать Харикатху, он начал меня критиковать, потому что я говорила об очень возвышенных темах, наверное. И все саду в окружении были очень опечалены этим. И тогда один саньяси сказал этому саньяси, который критиковал, он сказал: «Ты глупец, ты не понимаешь, что ты совершаешь апарадху». Махарадж рассказывал о Прабхупаде, а ты прервал его. Разве ты имеешь право? Но тот ответил, что он говорит негативные вещи. Но разве ты положителен? Разве ты сам все в тебе так, как нужно? Имеется в виду, что у тебя нет никаких ошибок. То есть Вриндаван — это не место сражений и борьбы. И, наверное, я не стал отвечать ему. И тот саньяси, другой саньяси объяснил, что существует, что это, говорит Прабхупад, что обусловленные души должны всегда обращать внимание на негативные вещи, что с помощью этого они смогут прогрессировать. Поэтому он говорит... Простите, я ошиблась. Махарадж говорил не на возвышенные темы, имеется в виду, а скрывая недостатки. То есть те, кто сосредоточены на своих, на своем теле, на обществе, что смысла спорить с ними? Они могут делать то, что они хотят. И этот саньяси сказал тому, кто бросил вызов, что такова сиддханта Прабхупады. Мы всегда должны понимать негативную сторону для того, чтобы понять, туда ли мы движемся, чтобы осветить позитивные моменты, позитивную сторону. Но обычно преданные хотят, не преданные, имеется в виду, те, кто глупы, хотят слушать сладостные, возвышенные темы, но Прабхупад хотел... не давал им права даже войти в общество преданных. Наш Гаудия Матх очень возвышенен, уникален. Если кто-то бросит какое-то... То есть что-то скажет нехорошее о вайшнавах, он умрет. Неважно даже, сколько он сделал за свою жизнь, сколько проповедей он произвел. Наполеон Бонапарт. Наполеон, он... Думал, что он очень могущественный, но на самом деле не было у него духовной силы. То есть, если кто-то о себе думает, как о могущественном человеке, это еще не говорит о том, что он силен. Но это не значит, что он обладал духовной энергией. Духовную энергию можно измерить связью, силой связи с Гуру Варгой. Будьте очень внимательны, будьте очень внимательны к этому. Это единственный момент, с помощью которого вы можете понять возвышенность преданного, следует ли он своему Гурудеву и Гуру Варге, и насколько сильно его следование, каким образом он следует. Только лишь основываясь на этом, вы сможете сами понять. Не надо даже ни у кого ничего спрашивать, вы сами сможете оценить. Вы сможете понять, ложный это преданный или нет. Саду.
внешняя сила, внешняя проповедь. Прабхупад говорит, что мы нет необходимости показывать свои возможности. Проповедь автоматически может осуществляться, если один преданный в линии с Прабхупадой. В ближайшем будущем те, кто удачливы, наверное, примут этот критерий. Внешне мы можем обнаружить, что... То есть, все зависит от того, насколько связан преданный с Гуру Варгой. Необходимо наблюдать за его харикатхой, за тем, что он пишет, что он делает, совершает ли он свои дела в соответствии с Гуру Варгой или нет. Основываясь на этом, вы сможете понять. Если он не в связи с Гуру Варгой, он хочет создать свое собственное общество, отдельное общество, обрезать связь с Гаудия Матхой преданными. И 100% это падшая душа. Я могу коснуться лотосных стоп Прабхупады и сказать это. Я не заинтересован в том, чтобы сражаться с кем-то, спорить. Я лишь говорю, основываясь на Сиддханте, которую я почерпнул, который я научился у Гуру Варги. Итак, Дхама, Парикары, Нама, трансцендентный Апракрита, Чинмой. То есть все они трансцендентные. Но тело мое материально. Атма в теле материально. О, простите, атма в теле трансцендентна. Кришна — это источник всей материальной природы и трансцендентной природы. Ишвара Парама Кришна. Такова Сиддханта. Причина всех причин. Адвайя Гьяна Таттва. Причина всех причин. И сейчас попытайтесь подумать о своем положении и о положении Кришны. И тогда вы можете критиковать Кришну за то, что он якобы... за то, что он совершает Раса-лилу. То есть попытайтесь вначале свое конституциональное положение понять, кто вы такой, где вы находитесь. И положение Шри Кришны. О, Кришна совершает Раса-лилу. Глупцы только заявляют, критикуют Кришну за это. Почему Прабхупад был Шридхар Госвами, Кешава Госвами Махарадж? Почему они были? Настолько возвышенные, наверное, или строги, потому что они знают, что Бададживы могут очень легко отправиться в ад, и для того, чтобы защитить нас, они... То есть они защищают нас от прыжков в... То есть наше положение, что мы прыгаем в огонь и умираем в нем. И Гуру Варга защищает нас от этого. Кришна Бхагаван совершает Раса-лилу. Он источник всех, всего в этом мироздании. И Чинмая Васту. Все, все, абсолютно все исходит из одного единственного источника. Шри Кришна. Возможно, сегодня я не успею объяснить это. Я хочу рассказать об этом под руководством Бхактивинода Такура и Прабхупады. Это очень, очень срочно нужно сделать, потому что люди могут страдать от недопониманий. Вы можете вспомнить,
о том, как наш Сваруп Гасай, Сваруп Гасвами Пад, писал, описывал причину прихода Кришны сюда. Иногда вы помните, иногда забываете. Таково определение. Адвайгьяна Татва. Сияние Брахмы исходит от тела Прабху Парампара Акилешвара Бхагавана. Тот, кто сидит в сердцах, находится в сердцах всех животных, птиц, зверей, людей, абсолютно всех. Он Антарьями. Антарьями Пуруша. Брахма и Параматма. Параматма Ашрая, прибежище. Прибежище всех людей в своем аватаре. Он Си Кришна Чайтанья. Кришна. Нет такой таттвы, которая возвышеннее этой таттвы. Невозможно существование чего-то более возвышенного. Итак, он прибыл в этот мир, пришел в этот мир для того, чтобы явить нам, то есть дать понимание грязным дживам, что есть раса таттва. Это не какой-то танец, нечестивый танец. Будьте внимательны, попытайтесь понять этот момент. Вы постоянно забываете причину прихода Махапрабху в форме Гауранги, то есть в своей форме. Что он хотел принести нам? Анарпита Чирим Чират. Он принес то, что не раздавалось никогда, не раздавалось долгое-долгое время. Благодаря своей милости он не зашел в этот мир, в век Кали, для того, чтобы распространить Уната Уджвала Расу. Свабхакти Шриям. Несмотря на то, что он сам Верховный Господь, он показывает себя как преданного Свабхакти Шриям. Вы должны совершать баджан таким образом, чтобы понять расу. Уннато Уджвала Расу. Чайтанья Махапрабху являет себя как преданного, и он показывает нам, взгляните на меня, посмотрите на меня, вы должны следовать моему примеру. Вы должны отправляться на поиски Кришны в настроении разлуки, глубочайшей разлуки. Это есть Рагануга Бхакти и Рупануга Бхакти. Рагануга Бхакти и Рупануга. Если я не вижу Кришны, я умираю. Я умираю в разлуке с Ним. Мадхавендра Пурипад плачет, Гуру Варга плачет. Но мы не можем осознать этот момент.
такие материальные чувства. Он это Уджвала Раса выражается в Расалиле. Она принимает свое высшее положение в Расалиле. Мунта Уджвала Раса проявляется в высочайшей форме во время Расалилы. И сколько же у нас есть права обсуждать Расалилу? Мы должны постоянно думать о Гору Хари. Шридхар Госвами Пад пишет многие вещи. Мы на всю жизнь, навечно благодарны Шридхар Госвами Махараджу. Я хочу постоянно видеть Гаурангу в своем сердце. В форме его цвет расплавленного золота. Мы хотим постоянно видеть сияние Гауранги внутри нашего сердца. Если мы по-настоящему искренне и честны, мы получим возможность в этой жизни определенно. Потому что наша Гуру Варга только ждет момента, когда они смогут дать нам шанс. Прабхупад пишет в своей Гуру Парампаре, в песне, прославляющей Гуру Парампару, «Махапрабху Си Чайтанья Рада Кришна Нахианья». «Махапрабху Си Чайтанья». Рада Кришна Нахьяне. Рада Кришна, то есть он не отличен, Махапрабху не отличен от Радхи Кришны. Рупануга Джанра Дживана, он жизнь и душа Рупануга преданных. Как же мы можем не следовать наставлениям Сиддханта Вичару Гауранги Махапрабху? Те, кто заинтересованы в совершении Рупануга Бхаджана, для них Гуру Варга дает совет. Они могут очень легко совершать Рупануга Бхаджан, если они поймут настроение Гауранги, если они искренне. Эти наставления мы почерпнем, мы получаем от наших из наших шастр, прежде чем обращаться к Расалиле, к тайнам Расалилы, таинствам. Обсуждая их, мы должны быть очень внимательны, очень осторожны, для того, чтобы обрести эти чувства. Они очень возвышенные. Гауранга приходит в форме Рады и Кришны в этот мир. И один момент мы должны понять. Сиддханта
секретная Сиддханта заключается в том, что Махапрабху Шри Чайтанья Рады Кришна Нахиани, что Махапрабху является воплощением Радхи Кришны. Шанкар Бхагаван подтверждает это. Это описано в разных шастрах. О, Деви. Деви Майя, Парвати, to ask Shankar, когда Парвати спрашивает Шанкару, ты постоянно повторяешь гору, гору, гору. Ты можешь видеть Радику и Кришну, они, объединившись, образуют собой Господа Чайтанью. Татва едина. То есть возникает вопрос, кто изначальный, кто первый? В вечном мире все присутствует вечно, и поэтому возникает вопрос, кто первый? Гауранга или Рада и Кришна? Рада и Кришна превратились в Гаурангу, или Гауранга разделился на Радху и Кришна? Татва едина. Не так, что Кришна танцует с какими-то женщинами, влекомы материальными желаниями. Это не так. Рада Кришна Нахианья, Махапрабху Шри Чайтанья. Почему Гауранга делится на две части, разделяет себя на две составляющие? Для того, чтобы совершать лилу. Чтобы дать нам пример, совершать прекрасные лилы, потому что обусловленные души никогда не могут сами выйти из-под влияния майи, если бы Кришна не явил эти лилы. Без какой бы то ни было причины, Кришна Аптакам различные слова я хочу, то есть различные шлоки я хочу представить вам, чтобы ваша серьезность возросла, чтобы вы смогли осознать, о ком мы говорим. Вы должны подготовиться. Очень хорошо подготовиться, в противном случае вы можете умереть, прыгнуть в майю. Рада и Говинда явились в этом мире. Для чего? Если бы Бхагаван был один, как бы он мог совершать свои игры? Бхагаван Атмарам. Почему маленькие дети играют? Они что-то, какую-то выгоду от этого имеют? Нет, они просто хотят играться и играют. Но Кришна, он полностью самоудовлетворен. У него нет никакого неудовлетворения. Но почему он играет? Да потому что у него игривое настроение, нет никакой причины этому. Если бы Бхагаван был один, как бы он смог играть? Как можно играть в одиночестве? Поэтому невозможно в одиночестве играть. Я один, но я хочу проявить себя в различные формы, размышляет Бхагаван. Sidhu Sai Baba
Шридхар Госвами Пад говорит, что это Камбиджай Лила. Я хочу говорить о Раса Панчадай, но в каком настроении? Шридхар Госвами Пад пишет. Я хочу говорить о Раса Панчадая для того, чтобы показать тот факт, осветить факт того, что это полностью неврити, путь неврити, никакой грязной камы там нет, даже запаха грязной камы. Будьте уверены в этом. Несмотря на то, что я говорю о Шингаре, о уникальной лиле Радхарани, Бхагаване и Гопи, лилы Радхарани, Бхагавана и Гопи, Шингараса. То есть внешне, как материальные герои, героиня совершают, то есть совершают свои игры, также и Бхагаван кажется подобным. Со своим внешним настроением. То есть, имеется в виду, внешне это выглядит как Шингар Лила. Все дживатмы, которые заинтересованы в том, чтобы избавиться от материальной камы навсегда, Шридхар Госвами Пад говорит это. Сейчас я буду говорить об этих уникальных вещах, с помощью которых можно избавиться от камы, материальной камы. Эта лила предоставит вам лекарства тем, кто, чьи сердца горят от материальной камы. Навсегда вы сможете стереть вопрос, то есть все связанное с камой. Материалисты, принимая шафрановые одежды, одежда отреченцев, отреченных, они ходят повсюду, показывая себя последователями пути неврити. Но в сердце их привязанность. Итак, внешнее отречение, а внутреннее привлечение, привязанность. Но у Кришны наоборот. Внешне кажется, что он выражает привязанность, но внутри непостижимое отречение. Как я уже рассказывала о Шанкар Бхагаване, когда он сидел в обществе Риши и Муни с женой на коленях, с женой Шакти Парвати, обнимая ее, и рассказывал о редчайшей татве. Материальная кама. То есть Шанкар Бхагаван рассказывает уникальную татву, но в то же самое время якобы он проявляет каму. Как же это можно примирить? Если Бхагаван, Шанкар Бхагаван, у него в сердце, если кама, кама ослепляет. Она не дает возможности прогрессировать в татва-вигьяне. Тогда почему же Шанкар Бхагаван делает это? Он показывает со смирением, что я грехастха, я не саду. Те, кто настоящий саду, Рагануга и Рупануга,
они никогда не пытаются показать, выставить на показ. Они стесняются. Даже Сидар Госвамипад, он говорит, да у меня нет даже права говорить об этом. Имеется в виду Араса Лили, наверное. Такое настроение постоянно присуще ему. И это указывает на то, что такой преданный является истинным Рупануга Рагануга Бхактой. У меня нет права, я не квалифицирован. Когда такое настроение проявляется? Рагануга Бхаджан, Рупануга Бхаджан настолько секретен, настолько возвышенен. Если вы получите это сокровище, это тайное сокровище, вы определенно не будете анонсировать это по телевизору. О, у меня вот такое-то богатство я обрел. Секретное богатство должно оставаться в тайне, в секрете. Не пытайтесь рассказывать людям о своих обретениях. Если вы будете это делать, вы потеряете свою энергию, свою силу. Это не шутки. По милости нашей предыдущей Рупануга Гуруварги, если я разовью это настроение, я не какой-то спикер, который вещает с трибун. Возможно, кто-то может пользоваться какими-то уловками, зная, как привлечь людей, привлечь женщин. Наша Гуруварга никогда не прибегает к таким уловкам. В материальном мире это возможно для того, чтобы поймать взбесившегося слона, нужно просто поставить перед ним самку, и с помощью нее тогда его легко поймать. Но не нужно саду прибегать к помощи женщин. Только лишь увидев саду, я буду очищен. Такого могущества гуру и вайшнавов, только лишь даровав свой даршан, они могут очищать меня очень легко. Даршан их настолько могущественен, настолько важен их речь. То, как они смотрят на меня, их взгляд. Если Прабхупад смотрит на меня, Кешава Госвами Махарадж, это благоприятно. Это большое благо для нас. Есть техника, есть проповедь. И проповедь может быть осуществлена только с помощью силы, которую дает Гуру Варга. Я могу То есть техника до какой-то степени поможет вам добиться успеха. Но для того, чтобы победить сердца обычных людей, это возможно лишь совершенным примером. Если я сам следую всему в совершенстве, тогда возможно привлечь людей. Если я полностью следую тому, что я говорю, тогда вы увидите, что огонь исходит из уст чистых преданных. Без могущества Кришны, без энергии Кришны, я не смогу проповедовать. О Кришна-севе я уже говорил. Только лишь наше настроение служения Кришна замечает, видит. И ничто другое. Кришна хочет видеть .
Кам Гайтри. Только при помощи Кама Гайтри, Кама Биджа мы можем поклоняться, мы можем любить, с любовью служить Кришне. Таким образом, мы должны понять все эти моменты. Васудевджа Махарадж молится лотосным стопам отца и матери. Те очень боятся. О, Кришна, Баларам предлагает поклон Дандавату мне. Возникает Айшварья. И Васудевджа Махарадж, Деваки Майя не могут наслаждаться любовью к Шри Кришне и Балараму, потому что они думают, что они Парампара, что это сам Господь Парампара Килешва. Но Яшода Майя, что бы вы ни говорили, она говорит, это мой сын, мой сын. Он не понимает, как есть, как помыться, не знает. Это бесконечная любовь Нанды Бабы и Яшода Ма. Если я когда-нибудь получу возможность рассказать Удал Самбат, вы поймете, как Нанда Баба плачет и говорит, как Удал Махарадж получил возможность увидеть его уникальные чувства. Нанда Баба говорит, ты глупец. Пока я... То есть я плакал, потому что я потерял своего сына, а сейчас ты хочешь, чтобы я потерял еще и Парампара Килешвару, Парабрамана. То есть я хочу, чтобы я обоих их лишился. Я думал, ты очень разумен, но сейчас я обнаружил, что ты глупец. Прежде я плакал, что я потерял Кришну, а сейчас ты доказываешь, что я потерял обоих, Парампара Килешвара и Шри Кришну. Как я могу жить после этого? Итак, я хочу обсудить эти моменты, но прежде я хочу напомнить вам, рассказать об одном случае. Гауранга Махапрабху в своей Навадвипа лиле, вы можете вспомнить об этом, он принял решение сыграть драму. Я напомню вам, чтобы вы могли понять всю серьезность Расалилы. Кто такой Бхагаван? Кто такие гопи? Махапрабху принял решение сыграть драму в доме Чандрашекарачарьи. Сейчас в это время там Мула Матх, Шри Читанья Матх. Он решил, обсудил это со всеми преданными, Гададар, Пандитом, Шивасом, со всеми. Он сказал, я хочу сыграть один спектакль и танцевать перед Махалакшми. Но те, кто не являются джитендриями, те, кто не контролирует свои органы чувств, они им не позволено войти вместо показа этой драмы, этого спектакля. И Шивас Пандит, все говорят, что мы не можем контролировать наши органы чувств. Как мы можем?
Адвайта Гасай говорит, я грехастха, у меня права нет. И Махапрабху смеялся. Если вам нельзя, так кто ж тогда может войти? Кто может присутствовать? О чем вы говорите? Тогда Махапрабху благословил всех. Я устрою так, чтобы никто не испытывал каму. Тогда все смогут наблюдать эту драму до полного удовлетворения, но не испытывать никакую каму. Шачима, Шачидеви присутствовал там, Вишнуприя. Все пошли туда. Вишнуприя спрашивает Махапрабху, какую роль ты будешь играть? Махапрабху говорит, я не могу тебе сказать об этом сейчас. Если ты примешь форму прекрасной девушки, Радхарани, тогда будет очень хорошо. То есть, если ты сыграешь, наверное, потому что она сама Шакти. Махапрабху улыбается, не говорит правду. Итак, в день драмы, в день спектакля, Харидас Такур играет. Все. Никто не может понять, кто такой Нитянанда, кто Гор. Прекрасная девушка приняла облик Лакшми и Прабху танцует. Никто не может понять, кто она. И никто не смог понять, что это сам Гауранга. Махапрабху хотел предупредить нас, что Раса-лила — это не шутки. Даже Адвайта Гасай говорит о том, что у меня нет права. Гададар пандит говорит, что у нас нет права войти, смотреть этот спектакль, потому что мы не контролируем органы чувств. Но что вы скажете? То есть, всем этим они хотели сказать, что те, кто не могут контролировать свои органы чувств, если у них нет веры в Апракрита Татва, полной веры, они не должны идти. Если они не чувствуют в сердце Апракрита, если они под руководством Парамхамса Ачарьев, Парикшит Махарадж слушал от Шукадева Госвами, высочайшего Ачарья, тем не менее он задавал вопросы. Шукадев Госвами хотел избежать этих тем. Гурудев, ты хочешь обмануть меня? Я хочу слушать о Кришне. Не, на самом деле ты постоянно так долго слушал. Ты пить, наверное, хочешь, есть хочешь. Лучше иди отдохни. Нет, я не болен. Ну, конечно, ты хочешь пить. Нет, я нисколько не хочу пить. Я не голоден. Как же ты поддерживаешь жизнь в своем теле? Я пью нектар из твоих лотосных уст. Постоянно пью. Безостановочно. After
Когда Бхагавата Катха была завершена, все аргументы получили ответы. Когда Харикатха была завершена, Шукадев Госвами попросил разрешения уйти. Парикшит Махарадж плакал и говорил: я навсегда благодарен тебе. На всю жизнь, Гурудев, я благодарен тебе. Я получил полную милость от тебя. Я думаю о себе как о самом удачливом человеке. По твоей милости я обрел возможность слушать, услышать все это Сиддханту. Анади бесконечный парампара, уникальный трансцендентный Хари. Дай мне возможность обрести нектарную, услышать нектарную Харикатху из твоих лотосных уст. Я навсегда благодарен тебе. Я никогда не смогу отплатить тебе. Гурудев, какую уникальную крипу ты даровал мне. Я почти умирал, но сейчас я открыто провозглашаю. Когда это ядовитая змея? То есть где эта ядовитая змея? Где Такшак? Я приглашаю его, этого самого ядовитого змея. Приходи, приходи сейчас же и укуси меня. Потому что я в действительности не умру. Сейчас Такшак может прийти и укусить меня. Он пьет нектар из лотосных уст Парикшиты Махараджа. А вы нет. Вы пьете яд из разных мест. Парикшит Махарадж пьет нектар Бхагавата Катху. И тот, кто будет слушать подобную Бхагавата Катху, есть стопроцентная гарантия, что он или она никогда не умрут. Он или она осознает себя, свое вечное положение осознает. Никакого вопроса смерти не возникнет. Постарайтесь выйти из этого цикла жизни и смертей, постоянно повторяющихся. Вы пьете нектарную харикатху. Вы сможете достичь успеха 100%. Прабхупад Бхактинат Такур уверяет нас в этом. Вся наша Гуру Варга. Но для этого необходимо быть искренним, не совершать никаких ошибок, быть осторожным, не ходить, то есть не совершать сатсангу. Если вы будете слушать Харикатху, я обещаю, что вы разовьете особое чувство, чувствительность, когда кто-то
какой-то обманщик предстанет перед вами, вы сможете легко распознать его. Это не мои наставления, это наставление Джива Госвамипада. Джива Госвамипад говорит. В Сандарбхах Джива Госвамипад пишет. Есть два вида рассказчиков Харикатхи. Джива Госвамипад предупреждает, не позволяйте занимать вьясасану тем, кто абсолютно материален. То есть внешние могут быть прекрасные одежды, но тот, кто полон камы внутри, если он будет говорить харикатху, материальная кама осквернит вас, потому что из его уст, как говорит Горик Шардас Бабджи Махарадж, у Махарадж там же было обсуждение Брамарагиты. Какой Брамарагиты? Нет. Там все катаются по земле и плачут. Горик Шардас Бабджи Махарадж говорит, нет, это абсолютно не так. Они плачут, катаясь по земле из-за своей камы, которую они не воплотили в своей жизни. Не ходите туда, нет там никакой харикатхи, никакой брамарагиты, только кама. Деньги, 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 которые слаще, чем мед. И все это место осквернено. Постарайтесь умастить все то место, то есть убрать всю оскверненную землю с того места, песок, и умастить чистым песком с Ганги. Все настоящее. То есть все оскверняется там. Те, кто слушает, их сердца оскверняются. Они не смогут обрести бхакти, потому что бхакти не какая-то дешевка. Вспомните наш первый изначальный гуру, Брама, Адигуру. Говорит, что мы должны говорить харикатха таким образом. То есть условие это установлено самим Брамой, нашим гуру, первоначальным гуру. Так что, чтобы обрести бхакти, а не пассивную каму, если вы... То есть, когда такие обманщики рассказывают харикатху, они сами отправляются в ад, и всех своих последователей навсегда, на бесконечное время забирают в ад. Будьте осторожны. Не слушайте разные из разных источников оскверненных. Постарайтесь понять свое конституциональное положение, попытайтесь понять серьезность положения Шри Кришны, постарайтесь полюбить Кришну, и постарайтесь следовать Кришне. Это мои заключительные наставления. Это последнее, что я хочу сказать. Чару бархав чулам, камапи никилос, никилос варам, номи гопи кумарам, наваджаладара варнам, чампагудвасикарнам, бикоситаналинасам, биспурат мандахасям, канагаручирадукулам, чару бархав чулам, камапи никилос варам, номи гопи кумарам. Банча калпатурвасы кипасинды бьявеша, пачитанан хабану бьявешна бьё намону.